Урок немецкий. Бакин, зак мне бите хало, аба и не правильно. Привет! Сейчас будет прикольно, если учительница придет. Просто нам задали задание. Вообще должна была прийти учительница. У нас сейчас два урока математики должно было быть. В общем, у нас должна была прийти учительница. И но она не пришла, она больная, и заменила ее другая учительница. И в общем, да. И теперь. Но она ушла, короче, и нас теперь происходит трансформация класса. Как обычно, учительница за дверь. Сразу у нас. Надо было снять класс до того, как он был с учительницей. Но правда телефонами нельзя пользоваться. Доска, кстати, двигается. Я уже думала, учительница зашла. Это Бакин. Рядом с ним сейфа. Тут вообще ничего не происходит. Тут все смотрят. Тут зрители, а там как бы исполнители. Красиво. Они проверяют. Так, окна закрыли. Ничего не видно. Так, выходим со школы. Уже день, уже не ночь. В общем, вот так вот примерно все выглядит. В общем, да, вот тут вот спортхалле. И я сейчас буду идти домой. Только что была музыка, я сыграла даже на укулеле, там попросила. Жалко, что не записала. Ну, надо было кого-то попросить, наверное, но там остался один человек либо. Ну, в общем, ладно. Идем домой. Сейчас. Да. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Ребятки, я вас очень люблю. Спасибо вам за вашу помощь и за вашу поддержку. Спасибо. Пока.